знаем, что опыт встреч, в том числе и международных, с Бобруйской и Белшиной, выиграли 1-0. Ну и до этого сложилось так, что смотрите, как опасно. Рикошет. Строение это придает, конечно же. Но какой? Вы видели все. 2-2. Пиромоги. Вергейчик? Вергейчик. Не-не-не. А ничего не было показывало? Ай-яй-яй-яй. Коснусь я еще вот так. А вот это несподянка. Все понятно. И Слуцк также так. Неприятный. С наклеп. Бить-бить будут. Не и опасно. Что, продолжим дальше говорить о потерях. И причем 4 легионера потерял Слуцк. Удар. Да. Мне не знается пассивно денежные оборонцы. Смотри, смотри, а сейчас перепечка. Ответная. Вот мини-интрига. Желтая карта есть? Будет. Покажет. 29-й номер. Слуцка, но я думаю... Вось помилка одного и другого. Да нет, затянул. Тайные помилки были сделаны. Ну-ка, вот сейчас интересно. Смотрим. Недокладно. Да, да, опять перепечка. Опять брат. Я думаю, что в перспективе как-то либо клуб, либо федерация будет... Нечеканная атака. 3-2. 3-3. Ай-яй-яй-яй-яй. В реалиях. Это, дорогие друзья, Александр Перепечка. Александр Перепечка. 2-0. Я не ведаю, что робили люди у синим в этой стенке, которая стояла. Як мяч мог пройти про стенку и трапить у браму? Для брещан очень важен. Небеспечная атака соперника еще раз. Нет, уже перекрыли. Руденок, наша талантливая молодежь, и мы уже будем говорить... На очко от Минского Динамо или лучше от Батэ. Да. Японец для ворот. Японец. Има контри, якая могла успокоить приезжую команду. Ты имеешь в виду? Пенальти, да? Дочекалися. Дочекалися. Ну, естественно, нету контр-игры. По центру? По центру. Но я не разумею киперов. Тот футбол, в какой могут играть? Да? Абсолютно правильно. Ну на месте. Но это было... Не игры. Ну, давайте посмотрим. Со стандартов. Курлович, Курлович. Увидим. Ай-яй-яй. Зараз все практично футболисты Слуцка перешли на полову. Кипер вышел. Ворота пустые. Сам Перепечка. Сам Перепечка. Все, это ошибка. Был возможность для кросса.